Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Art Photo Life, меня зовут Серджио, и сегодня у нас необычный выпуск. Ну, во-первых, мы сегодня с вами будем разбирать обработку блогера Inks Spire, фотографа из Германии, у которого на канале 22 тысячи подписчиков. Снимает он в основном город, чистая такая урбанистика, и обработка его это классический, но тем не менее очень красивый и еще актуальный Teal and Orange. Во-вторых, мы с вами одновременно будем обрабатывать и на компьютере, и на телефоне. Как это возможно, спросите вы? Да все очень просто, потому что Lightroom, во-первых, одинаковый, подход в светотеневом рисунке, в цветокоррекции абсолютно одинаковый. И если вы обрабатываете на телефоне, то периодически будет появляться вот такая вот подсказка. Соответственно, вы ее можете заскринить и потом легко сможете повторить уже при обработке своих изображений. И третье, мы с вами будем обрабатывать фотографии при помощи кривых. И я покажу вам парочку интересных приемов, которые я вам еще не показывал. Поэтому, если ты любишь городскую стихию, любишь обрабатывать город, тебе нравится такой стиль Teal and Orange, этот видеоурок именно для тебя. Если у тебя нет похожих фотографий, которые я буду сегодня обрабатывать, то останавливай на паузу. По ссылке скачивай снимки, с которыми я буду сегодня работать, и присоединяйся к обработке вместе со мной. Ну а мы не будем терять времени, поехали! Если ты впервые на моем канале, не забудь заглянуть в мой инстаграм и после подписки получить в подарок набор пресетов Universal для ПК и телефона. Следи за новостями в инстаграм, участвуй во флешмобах, получай призы и подарки. А в телеграм-канале тебя ждет общение с единомышленниками, совместное продвижение соцсетей, программы на телефон и ПК для обработки фото и видео. Ссылки на инстаграм и телеграм в описании к этому видео. Я скачал несколько снимков с его профиля, вот один из снимков слева вы сейчас видите, это его фотография, справа это моя фотография. Ну, соответственно, видно, что она абсолютно не обработанная, абсолютно сырая. И, соответственно, мы с вами будем ориентироваться на левый снимок. И давайте начнем. Давайте мы первым делом в базовых настройках немного подкорректируем наше изображение, уберем полностью света на минус 100, у нас сразу проявилось небо, тени мы немного повысим, ну где-то примерно до уровень плюс 50. Больше ничего я пока в этом изображении трогать не буду. Давайте мы с вами перейдем в панель цветокоррекции. И, друзья, если вы обрабатываете свою фотографию на телефонах, давайте я откликну вот сюда цвет, и вы теперь будете наблюдать абсолютно такие же настройки, как на ваших смартфонах. И сейчас я вам покажу один маленький прием, как круто тонировать свое изображение при помощи кривых. Этот прием заключается в том, что мы с вами фотографию обесцветим, то есть красный, насыщенность минус 100, и таким образом мы полностью убираем все цвета, чтобы наша карточка стала черно-белой. Не пропускаем ни один цвет. Итак, у нас получилось черно-белое изображение. Вот теперь мы перейдем с вами в кривую. На его фотографии можно заметить, что самые черные места, они такие немного светлые. Это говорит о том, что он приподнимает точку черного. Давайте мы с вами попробуем это повторить. Итак, я приподнимаю точку черного в кривой RGB. Примерно где-то на значение 35. Вот здесь вы видите. Теперь немного вправо, примерно на одну клетку. Опускаю вниз. Серединку возвращаю на место, но немного не до конца. Как вы знаете, что середина у нас 128-128, у меня получилось где-то вот 131-121. Далее точку в светлых тонах посередине, между средней и крайней, я подниму чуть-чуть вверх, а точку белого я немного опущу. У меня получилась вот такая вот кривая. Дальше, друзья, переходим в красный канал. Я удерживаю кнопку Alt, кликаю на центр кривой, я ее зафиксировал. Чтобы был ровно центр, можно сделать вручную 128 128. Вот теперь точка стоит ровно посередине, и теперь точку, которая находится посередине между средней и нижней точкой черного, я потяну немного вниз. И обратите внимание, как наша фотография из черно-белой становится изумрудной, то есть у нас появляется такой легкий аквамарин. И, соответственно, когда ваше изображение черно-белое, то вам лучше ориентироваться.
потому что цвета никакого нет, и вам на этом черно-белом полотне легче наблюдать за цветокоррекцией. Переходим в следующий канал зеленый. Как вы знаете, он у нас отвечает за зеленый и фиолетовый цвет. Также фиксируем точку посередине, 128, 128, и слегка потянем вниз такую же среднюю точку. И вот теперь обратите внимание, мы можем получить либо фиолетовые оттенки, либо практически черный, но он становится у нас такой сизым, синим, да, заметили? И если, соответственно, я эту точку буду повышать ближе назад к первоначальному значению, то у меня будет проявляться изумрудные оттенки, аквамарин, который мы сделали в предыдущем в красном канале. Фиолетовый нам не нужен, поэтому действуем аккуратненько. Выставляем таким образом, чтобы асфальт у нас получился вот такой вот синий. Итак, переходим теперь мы в синий канал. Здесь у нас синий цвет и желтый цвет. Давайте мы также зафиксируем точку посередине, 128, 128. Работаем как в аптеке, нам лишние цвета абсолютно никакие не нужны. И теперь, друзья, смотрите, что мы с вами будем делать. Итак, мы можем потянуть посильнее, и наш синий цвет становится таким теплым, желтоватым. Вы заметили, да? Соответственно, нам такой цвет не нужен. Я передвину, ну, наверное, на совершенно маленькое расстояние. Пожалуй, вот таким вот образом. И, наверное, мы сделаем с вами тени чуть-чуть похолоднее. Ну, за счет того, что добавим туда синий цвет. Я точку черного подниму немного вверх. Вот таким вот образом. И среднюю точку я чуть-чуть приподниму вверх. Вот таким вот образом. Теперь, друзья, мы кликаем два раза на компьютере. На телефоне работаем пальчиком. Возвращаем все цвета назад. В исходное положение. Так, мы вернули цвет. И пока у нас, конечно же, не похоже на левый снимок. Что мы делаем дальше? После того, как мы с вами сделали эту манипуляцию, мы берем и ползунок температура, баланс белого, двигаем в сторону холодных оттенков, то есть влево. И вот обратите внимание, как у меня фотография красится и приобретает такие синие оттенки. Сделали мы фотографию немножко похолоднее. И теперь давайте затонируем. Итак, переходим теперь мы в цветокоррекцию. Нам нужны сначала тени. Выбираем тени. Насыщенность сделаем посильнее. Ну, где-то порядка 50. По умолчанию стоит всегда в красном отделении. Так, и теперь мы двигаем в сторону. Нам нужно подобрать с вами вот такой вот красивый аквамариновый оттенок. Который, пожалуй, где-то на уровне 190. В цветовом тоне. И насыщенность мы сделаем, ну, сильно делать давайте с вами не будем, не будем портить совсем уж фотографию. Я думаю, что где-то 15 будет достаточно. Уже похоже на тот асфальт, который мы видим на оригинальном изображении, но это еще не все. Давайте средние тона мы с вами трогать не будем. Перейдем в цвета. И вот обратите внимание, у него светлые участки, они также имеют такой легкий аквамариновый оттенок. Даже вот здесь вот табличка, вот тут написано что-то там Ausfa, не знаю, что-то на немецком. Наверное, выезд или выход, потому что, судя по всему, это стоянка. И даже вот здесь, вот на этой белой табличке, видно, что она затонирована у нас легким цианом, аквамарином. И поэтому давайте мы насыщенность с вами в цветах также сделаем посильнее. Где-то примерно на 50. И теперь цветовой тон подберем. Ну, где-то, наверное, на уровень, ну, наверное, 180. И насыщенность мы с вами давайте уберем. Я думаю, что где-то примерно на 25. Вот таким вот образом. Вот мы получили с вами оттенок. Но не забывайте, у нас дневная фотография. У нас просто мокрый асфальт. И по большому здесь мы с вами работали только вот именно над асфальтом. То есть я хотел получить именно вот этот вот цвет, и я его получил, вот такой он и есть. Что мы делаем с вами, друзья, дальше? Давайте я открою внизу пленку. Так, давайте мы выберем другое с вами изображение, как референсное, вот это вот. И, кстати, обратите внимание, что он фотографирует в основном ночью, или на рассвете, или перед закатом, но у него больше ночных фотографий. Очень много фотографий после дождя, и это он делает неспроста, потому что, ну, на самом деле выглядит все ночью намного иначе, выглядит красивее. И вот вы видите слева превосходная, замечательная ночная фотография. Я вот сам такие фотографии обожаю. Но для таких фотографий, как вы понимаете, приходится присаживаться и качать ноги. Ну так, шутка шутками. Давайте мы сейчас с вами обработаем другое изображение. Итак, у меня есть вот эта вот фотография. Я перенесу его в следующее изображение.
И мы с вами выбираем ночной город, мокрый асфальт, ну, чтобы это изображение было похоже на то изображение, которое мы взяли за образец. Итак, у меня выделена фотография, теперь я зажимаю Ctrl, кликаю на фотографию, с которой я сейчас буду работать, и нажимаю синхронизировать. Ну, практически все, кроме трансформации и экспозиции баланса белого, синхронизируем. Теперь я выбираю эту фотографию. Ну, давайте посмотрим, было-стало. Да, я всего лишь навсего перенес сюда настройки с предыдущей фотографии. И вот, как вы видите, мы с вами как удачно попали в тонировку. У нас даже вот небо имеет такой же, как у него. Ну, за исключением того, что на моей фотографии не идет снег. Но, тем не менее, синий, вот такой сизый, очень красивый получился. И здесь мы с вами будем работать с цветокоррекцией. Но давайте мы для начала подрегулируем баланс белого. Потому что он очень сильно влияет на эту тонировку. Ну да, я думаю, вот он такой где-то должен быть. 3224. Так, кривую мы трогать уже не будем. Теперь давайте перейдем мы в цветокоррекцию, в панельку HSL цвет. Красные мы сделаем потеплее, передвинем в сторону оранжевых оттенков. Я смотрю на светофор, чтобы он не был вот таким вот слишком желтым, да? И вот чтобы не был вот таким вот малиновым. Я сделаю его таким огненно-красивым. На его фотографии красный именно такой, там, где он встречается. У меня цветовой тон будет плюс 20, насыщенность и свет я не трогаю. Перейду в оранжевые оттенки, и мы уберем сторону красного, ну, тоже не сильно, где-то, я думаю, примерно на минус 25. Переходим в желтый. Желтый у него есть, он его не убирает. Я обычно желтый цвет сближаю с оранжевым, и он становится такой персиковый, но на его изображениях желтый цвет сохраняется, поэтому мы трогать его не будем. Зеленого цвета, ну, на фотографиях, особенно ночных, его можно увидеть мало, разве что на вывесках там, где-то, может быть, на каких-то табличках. Мы давайте зеленый сделаем похолоднее, то есть я уберу в сторону аквамарина, где-то примерно на плюс 50. Насыщенность сделаю поменьше, минус 50. Итак, теперь у нас аквамарин. Сейчас мы будем с вами работать с синими голубыми оттенками. Давайте посмотрим у нас аквамаринчик. Мы сделаем цветовой тон в сторону синих, уберем от зеленых и в сторону голубых, где-то примерно на плюс 20. Насыщенность я не трогаю. И теперь у нас синий цвет. Мы его сделаем, уберем в сторону аквамарина. Я вот смотрю сейчас на мост, и мне ему нужно подобрать такой цвет, чтобы у меня синий весь превратился в аквамарин. Это где-то примерно должно быть минус 40. И вот теперь я вижу у него, какой синий-голубой и какой у меня. Я почти в этот цвет попал. Здесь у нас вот эти колпаки, насколько я помню, они, наверное, фиолетовые. Да, наверное, да. Давайте мы теперь перейдем в фиолетовый цвет, уберем цветовой тон примерно где-то на минус 90 в сторону синих оттенков. И, соответственно, у нас появилось больше аквамарина на фотографии. Перейдем теперь в пурпурный и его перейдем наоборот в сторону красных оттенков плюс 90. Насыщенность и того и другого цвета мы трогать не будем. Так. Вот такая цветокоррекция у нас получилась. По-моему, очень даже неплохо. Давайте посмотрим. Было, стало. Ну, отлично. Мне нравится. И это очень похоже на его обработку. Даже вот видите, вот это место у нас на изображении, куда падает свет. Оно такое аквамариновое. И вот на моей фотографии вот это место, куда падает свет, оно тоже такое аквамариновое. Асфальт при этом получился не грязный. Ну, виньетку, текстуру, резкость и так далее, это уже можно сделать по вкусу. Я здесь трогать ничего не буду. И еще хочу вам показать еще один небольшой трюк. Давайте теперь я вот эту тонировку перенесу на следующую фотографию. Вот на эту. Так, выберу другое референсное фото. Вот оно. Синхронизировать. Так, я синхронизировал настроечки, которые мы только что сделали на ночной фотографии, вот на этот снимок. Теперь давайте то же самое мы с вами здесь поработаем температурой, сделаем снимок похолоднее. И вот, друзья, вы видите, да, вот желтый цвет, он у нас вот, ну, вот такой вот он, ну, некрасивый в природе, да, он выглядит какой-то грязный на фотографии, потому что на этот желтый от ламп падает холодный свет, и поэтому желтый получается такой грязный. Ну, он такой с синим отливом. Фотография слева, да, мы видим тоже развозчика еды. Я не знаю, у него может быть на самом деле куртка-то и желтая, а может быть и такая оранжевая. Давайте мы просто с вами посмотрим вот на что. Вот обратите внимание, вот сюда, вот на блики, на красный цвет. Вы видите, какой он сочный и яркий.
Для того, чтобы этого добиться, да, конечно, нужно сильно повышать насыщенность в оранжевых, в красных и в желтых оттенках. Но есть еще один очень интересный прием. Вот, и для этого нам нужно спуститься в калибровку. На телефонах, к сожалению, такой настройки нет. Сейчас я вам покажу, как добиться вот такого красивого красного цвета, когда вы обрабатываете на компьютерах. А потом мы с вами посмотрим, что можно сделать с этим цветом, как его подтянуть и сделать более чистым, более привлекательным, если вы обрабатываете на телефонах. Итак, друзья, у нас вот здесь есть снизу первичный синий, первичный зеленый. И мне для того, чтобы получить красивый оранжевый цвет, я вот синий просто, смотрите, тяну вот сюда вот влево. И как вы видите, я сразу получаю вот более такой интересный красивый цвет. И первичный зеленый можно подвинуть влево либо вправо. И, соответственно, получить тоже дополнительные оттенки. Вот. Соответственно, если вы обрабатываете портреты, то вы можете испортить цвет лица вашей модели. Но для городской фотографии этот прием использовать можно и нужно. Так, друзья, теперь давайте мы цветовой тон вернем назад. Этот прием для компьютеров. Теперь мы разберем, что же нам делать, если мы обрабатываем на телефоне. Давайте попробуем. Добавим красный насыщенность. Возможно, сделаем его. Нет, друзья, давайте мы с вами сделаем не так. Вернусь я на шаг назад. То, что мы сейчас с вами сделали, давайте мы сохраним это дело в пресет. Назову этот пресет Xenon за счет аквамаринового цвета. Xenon 01. Так, баланс белого я не сохраняю. Как вы поняли уже при такой обработке, это очень важно. Это нужно делать самому, непосредственно от того, какая у вас фотография. Создаем пресет. Далее, теперь давайте мы сделаем потеплее красный цвет. Сделаем его понасыщеннее. Ну, делаем прям посильнее. Мы же ночную фотографию обрабатываем, поэтому что нам бояться. Переходим в оранжевый. Насыщенно сделаем посильнее, прям на 100. Переходим в желтый. Цветовой тон убираем в сторону красных. И делаем еще посильнее. Ну, где-то плюс 50. И, друзья, часто бывает, что за желтый цвет, бывает такое, отвечает и зеленый ползунок. Давайте мы посмотрим. Вот, вы видите, да, что у нас, оказывается, зеленый цвет есть на этом рюкзаке с едой, как ни странно. Соответственно, мы можем сделать поинтереснее тональность и сделать поярче. Дальше, друзья, мы можем сочность сделать посильнее. Именно сочность, она отвечает за средние тона. Ну, вот таким вот образом. И давайте мы теперь перейдем в желтый, сделаем его поярче, посветлее. Оранжевый сделаем поярче, посветлее. И красный сделаем поярче, посветлее. Вот мы убрали с вами грязь. Фотография получилась намного интереснее. Здесь бы я еще добавил бы виньетку, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на главного персонажа, вот, который у нас по центру едет на велике. И вот мы давайте вот сделаем такую виньеточку. Где-то минус 20. И вот получили такую интересную фотографию. Сохраняем пресет. Называем его Xenon 2. И если вы досмотрели это видео до этого момента, то пресеты вы также можете скачать по ссылке под видео, которая будет находиться в описании в самом-самом низу. Это я сделал специально, чтобы самые нетерпеливые, которые ушли от нас в самом начале видео, этот пресет не получили. Но вы его забирайте, дорабатывайте, делайте под себя. Я уверен, что у вас будут получаться замечательные ночные фотографии Teal and Orange. А на этом, друзья, все. С вами был Серджио и интерактивная фотошкола Art Photo Life. Желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч.